мотай, мотай, назад. Угу. Еще, еще. Вот тут стоп. А что ищем-то? Обокрали кого-то? А у нас сегодня одна выписка была? Да, Вакулова. Ну вот они. Больше из больницы никто не выходил с ребенком. Это значит, что она еще здесь? Так, выход весь осмотрели. Давай, второй этаж и лестницу. А что у нас с дочкой Филиных? Ее куда-то унесли? Мне просто Алексей позвонил, там мама переживает. Кира, лучше не спрашивай. Что молчите, говорите. А вот это что за лаборантка? Кто-то ее знает? Я ее видела. Я подумала, что она новенькая. Да нет, сегодня из лаборатории Света приходила. В 10 она уже ушла. А ребенок может поместиться в контейнер для анализов? Вы серьезно? Леша, я ничего не понимаю. Ребенка унесли непонятно куда. А мне сказали успокоиться и сидеть в палате. Да ничего не объясняют. Да. Леш, приезжай скорее, а. Ой, наконец-то, что с моим ребенком? Давайте укольчик сделаем. Полиция приехала? Едет. Алексей, пожалуйста, не заходи к жене в палату. Ей сделали укол, она спит. Что за укол? Успокоительное. Не переживай, мы о ней позаботимся. Вы уже позаботились и о ней, и о моей дочери. Я даже осознать не успел, что у меня дочь есть. Леша, не думай о плохом. А о чем мне думать? Ну, еще же ничего не известно. А тебе вообще лучше сейчас помолчать. Так, Леша. Что? Пожалуйста, просто пока не заходи к ней в палату. Сереж, я ведь видел ее, понимаешь? Я столкнулась с ней лицом к лицу. Я даже запах духов ее почувствовала. Не вини себя. Мы не можем никак повлиять на ситуацию. Но надо что-то делать. Лучшее, что мы можем сделать, продолжать спокойно работать. Сереж, а если мы заявление через СМИ дадим? О том, что в больнице похитили ребенка? Да, так и скажем. Ну а что, может, кто-то видел, слышал плач ребенка. Ребенок же не иголка. Его же нельзя взять, просто украсть и в карман положить. Ничего не можем сделать без согласования с полицией. Нужно официальное разрешение. Вот этим ты и займешься. Сереж, это наш шанс. Хорошо. Привет. Здорово. Семенович, если что, я тут неофициально, ладно? Ну, просто рядом. Побуду на подхвате. Тебе делать, что ли, нечего? Я тут не просто так. Эта девочка моя племянница. Лёшкина дочка. Только вчера родилась. Ясно. Ай! 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 Зайка, зайка, потерпи, потерпи, потерпи. Держись. Ай! Держись, девочка моя. Очень болит. На дорогу смотри! Смотрю, смотрю. Ай, быстрее! Ай, как больно! Быстрее! Да едем, едем. Все, все, я больше не могу. Держись, все будет хорошо. Ваня! А что здесь происходит? Уясняю. Извините, вы в курсе, что это роддом? И что? Здесь нельзя курить. Выбросите, пожалуйста, сигарету. Спасибо. Вы только что продлили себе жизнь. Так, внимание, коллеги. Вы уже знаете, у нас произошло ЧП. Это второе серьезное происшествие за последние 2 дня. Большая просьба всем собраться и продолжать выполнять свои обязанности.
Включаем режим максимальной ответственности. Это серьезный кризис, и мы должны его преодолеть. Да, вовремя Лесневский в санаторий снялся. Приехали следователи, всех будут опрашивать у меня в кабинете. Их увидят пациентки, поэтому надо как-то им объяснить, что происходит. Давайте скажем, учебная тревога. Да, так и они и поверят. Еще больше перепугаются. Я не знаю, можно сказать, что из сейфа пропало психотропное лекарство. По крайней мере, это как-то внушительно звучит. Тоже хорошего мало. Да, с похищением ребенка, конечно, не сравнить. Главное, Вера подготовила документ о неразглашении. Мы все его подпишем. Эта информация не должна выходить за стены роддома. Такая шумиха погубит больницу. Прошу. Погоди. Мы с тобой о другом договаривались. Это твоя инициатива. Я ее не поддерживаю. Лиза, это что такое? Простите, это кофе. Руки тряслись. Я сейчас переоденусь. Давай. Что с моей женой? Сотрясение мозга, рваная рана бедра и подозрение на перелом лодыжки. Срок у нее какой? Сегодня. Что сегодня? Сегодня мы рожать ехали, у нее схватки начались. Господи, Петя, нам не в травму, нам в роддом. А вы что стоите? Садитесь в машину, вам тоже помощь оказывать надо. Простите, пожалуйста, у меня второй раз уже такое, до этого не было. Мне когда начинают делать УЗИ, у меня начинает кружиться голова и темнеет в глазах. Я очень переживаю, потому что если мне так плохо от УЗИ, то каково ребенку? Вы на спине сейчас можете лежать? Ну, могу, наверное, но я не лежу, потому что неудобно. Я на боку сплю. А как это к делу относится? Вы попробуйте, лягте на спину и сразу все поймете. Вам плохо не от УЗИ, а от того, что когда ложитесь на спину, беременная матка передавливает сосуды, которые идут вдоль позвоночника. Нарушается отток крови и кружится голова. Вот и все. Так это значит, все хорошо? Все замечательно. А раньше такого не было, потому что малыш растет, становится больше. Простите, пожалуйста. А вы кто? Консультации даете? Добрый день. Я здесь работаю. Но это же неправда. Так, так, так. Спокойно, спокойно. Это недоразумение. Я работаю первый день. Ну зачем вы пугаете пациентов? Идите к начальству, вам все объяснят. Нет, я не уйду отсюда, пока вы не покажете документы. А что у нас происходит? Чем охрана занимается? У нас здесь не роддом, а проходной двор какой-то. Вы идите в палату, я к вам подойду. Хорошо, я принесу. Что нужно? Паспорт? Медицинский диплом? Желательно и то, и другое. В электронном виде устроит? Вполне. Так, стойте, вы куда пошли? Да что такое? Сергей Александрович, простите, у вас сейчас в кабинете полиция сидит, да? Здесь какая-то дама в медицинской форме выдает себя за нашу сотрудницу. Пожалуйста, разберитесь. Сергей Александрович, будьте добры, объясните, пожалуйста, кто я такая и что я здесь делаю? Лариса Антоновна, простите, у нас сегодня сумасшедший дом. Знакомьтесь, Татьяна Георгиевна, заведующая родильным отделением. Тань, все в порядке. Это наш новый врач. Прости, я забыл тебя предупредить. Татьяна Георгиевна, извините, что так. Лариса Антоновна. Никогда себе этого не прощу. Вы их спасете? Когда ваши жены воды отошли? Кажется, воды не отходили. Ну а как вы поняли, что она рожает? У нее начались схватки. Как же она теперь родит? Ты принял на работу нового врача? Без предупреждения? Я предупреждал. Это когда, интересно? У тебя на дне рождения. Я сказал, что тебе надо больше времени. Для себя, для семьи. И я в этом тебе помогу. Вообще, я думала, это называется тост, а не предупреждение. Я сегодня собирался сказать, но в больнице украли ребенка. И мне прости было не до этого. Хорошо, но почему раньше-то молчал? Почему за моей спиной-то? Ты что, по объявлению ее нашел? Все официально. На прошлой неделе она прошла собеседование. У нее хорошее резюме. Лариса Антоновна, кандидат медицинских наук. Нам повезло. Сейчас трудные времена, Лесневский в отпуске. Так что я тебя прошу, Таня, дай ей шанс. Ну, денек.
Не говори. Скорее бы закончился. Татьяна Георгиевна, у нас роженица после аварии. Зацепитесь вы от каталки, вам в травму надо, у вас возможно перелом. Вы понимаете, что вы нас задерживаете? Спасите моих девочек, я без них не смогу. Травма. Ехали рожать, муж перенервничал, потерял управление. Сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, рваная рана бедра и, возможно, перелом лодыжки. Реаниматологов вызвали. Все в полном, зовите Панова, это серьезно. Татьяна Георгиевна, меня к вам Сергей Александрович прислал. Сергей Павловна, отмена Панова. Вот она. В больницу зашла в обычной одежде. А вот вышла уже в медицинской форме. Точно она? На обувь посмотри. Так. А вот тут она ищет палату, в которой Ксения с ребенком. Медицинская маска, очки, перчатки. Волос, скорее всего, не ее. Парик. Готовилась? Да уж. На импровизацию это не похоже. Ну, как там дела? Почти. Занимайтесь беременностью. Анализы сделали и отнесли в работу. Юля. Юля, вы меня слышите? Слышу. Откройте окно. Слушай, сознание испутанное. Водовой деятельности нет. Раскрытий нет. Воды не текут. Матка в тонусе. Саев Павловна, давайте аппарат УЗИ. Будем делать УЗИ срочно. Мне такое ощущение, что она вообще не рожала. А откуда информация, что у нее были роды? Лариса Антоновна, знаем только одно, что муж вез ее в роддом. Она кричала, из-за этого они врезались. Все. Ну, были сильные боли, но не факт, что это были схватки. А что за потасовка на видео? А это кроженица, которая была в критическом состоянии, рвался родственник. А при чем здесь потасовка? Надо отработать версию сговора. Эта ситуация отвлекла охранника, как я понимаю. Нет, это чистое совпадение, я его знаю. Он к похищению не имеет никакого отношения. Да? А давайте поговорим с вашими сотрудниками. Вы их собрали? Да, все ждут. Кроме Скворцовой, у нее сложный пациент. И еще один врач уехал в запланированный отпуск. Но это все было до похищения. Хорошо. Отслойка плаценты. Эту боль она и приняла за схватки. Большая ретроплацентарная гематома, поэтому нет наружного кровотечения. Давайте срочно подаем на операцию. Ну что, анализы готовы? Какие анализы? Упада уже брадикардия. Бегом. Срочно раскрывайте операционную и звоните педиатрам в реанимацию. Вызову отделение переливания. Раскроем аппарат инфузии крови. Обязательно. Ой. Не пугайтесь, проходите, делайте свои дела. Я уже почти закончил. А что случилось? Тут убили кого-то, что ли? Не скажу. Вам волноваться нельзя. Что-то я расхотела. Значит, это не вы повесили? Нет, это не я. А туалет сломан? Нет, работает. И вы не знаете, кто это повесил? Не знаю. У нее был бейджик с логотипом. Название я не помню. Мельком видела. Откуда я знала? У них там часто лаборантки меняются. Может, она и правда в лаборатории работает? Вы узнаете. Да, обычно у нас после операции кесарево сечение раздельное пребывание.
Детей наблюдают в детском отделении, и медсестры приносят только накормление. В данном случае было сделано исключение. ВИП-палата — совместное пребывание. Вы всю информацию можете узнать у медсестер. Я врач. Я после операции ни девочку, ни роженицу не видел. Посещал муж. Кира Сомова заходила, она у нас работает. Угу. Больше никто. А какие у Ксении с мужем отношения? Ну вот, если вы меня спросите, есть ли на свете идеальная пара, я скажу, это они. Отсюда вывод один. Пришли конкретно за своим ребенком. Я даже представить не могу, что у этих тварей в голове. Леша, ты меня слышишь? Я говорю, это не случайность. У тебя враги есть? Ну, конечно, есть. Я же адвокат. И кто тебе мог так отомстить? Ну, давай, думай. Сейчас поеду в офис, подниму дела. Если что-то в голову придет, позвоню тебе. А я пока твоих клиентов пробью. Может, кто-то недовольный недавно вышел. Держись, брат, и следи, чтобы телефон не разрядился. Я в любой момент могу позвонить. А в итоге что выбрали? Соня или Василиса? Вера. Все готово. Можем начинать. Начинайте. Экстренное кесарево сечение. До извлечения плода 5 минут. Сердцебиение плода в норме. Угу. Зажим? Да уж, повезло. И отслойка плаценты, и авария. Лариса Антоновна, вы что заканчивали? Сеченова. Сначала академию, потом аспирантуру. Отслойка немасштабная. Матку можем сохранить. Должны сохранить. Аспирантуру? Угу. Уже кандидат наук? В процессе. Ну все, успели. Живой. Ну все, все, живой. Вот это действительно повезло. В матке больше 0,5 литра крови. Гематома увеличивается. Матка плохо сокращается. Вводите сокращающее. Слушайте. Ой, моя девочка. Ну, все хорошо, все хорошо. Матка в норме. Очень хорошо. Теперь осталось еще маме помочь. Умничка. Ты едешь домой? А, нет, у меня дел полно. Ты со следователем говорила? Да, только что. А толку-то? По примете сказала, про внешность сказала. А он на видео сам ее видел. На бурдухи сказала. Про то, что не знаю, как матери в глаза смотреть, тоже сказала. Понятно. Как там Лариса Антоновна? А, кстати, спасибо, хороший специалист. И все? Ну, вроде не зря ты ее взял. Вот видишь, но все-таки хороший специалист. Еще подружитесь. Все. Жду. Я скоро. Так, 92-й на 1000. Привет, дружок. Холодный, да? Сосиску будешь? Да мы его подкармливаем. Но он плохо ест, тоскует. Его из машины выкинули. Видимо, кому-то надоел. Бедный.
Бросили тебя, да? Предали? Толь, у меня для тебя сюрприз. Так. Что за сюрприз? Смотри, это Шурик. Я его так назвала, потому что он на моего одноклассника Сашку Кудильна похож. Такой же мохнатый и плаваться лезет. Подожди, подожди, вы очень много шокирующей информации. Слушай, его тут бросили, не могу же я его тут оставить. Тебе что, спальный мешок привезти? Толь, давай попробуем его пристроить. Смотри, какой хорош. Ты серьезно? Ты хочешь его домой притащить? Ну, ненадолго, пока новых хозяев не найдем. Ты давай, поезжай на мотоцикле, а мы с Шуриком на такси. Ну, нормально, я только на секунду заехал заправиться, уже с каким-то Шуриком домой на такси. Ну, правда. Маша. Я люблю только тебя. Смотри, какой хороший. Пойдем погладим. Да, хороший. Сидеть. Молодец. Ну-ка, дай лапу. Дай лапу. О, хороший. По-моему, конфликт назревает. Смотри. Хороший такой, молодец. Я не буду тебя на мотоцикле катать. Молодец. Лежать. Собака. Лежать. Молодец. Посмотри, какой послушный тебя. Сегодня поздно. Павлуша уже спит. Как дела-то? Капризничал. По-моему, у него ушко болит. Он простудил. Ну, что же вы мне не сказали? Я вам капли принесла. Я уже все купила и закапала. Вы лучшие. Спасибо. Спокойной ночи. Отдыхайте. Вы тоже. Алло, да, мам. Катюш, привет, вы не спите? Ну, дети уже легли, а что? Что-то случилось? Нет, ничего. Представляешь, я только что под столом Васькину подушку нашла, которую вы при отъезде искали. Да, и ты из-за этого звонишь? Напугала, блин, я думала, что-то случилось. Ну как же, он без нее заснуть не может. Как вам ее передать? Может, с автобусом? Ну, так быстрее будет, чем почтой. Пока там по почте дойдет. Да, мам, угомонись. Он давно уже забыл про нее. Я купила другую. Да. Да? Ну, хорошо. Ладно. Точно не нужно? Да, точно, мам. Ну, ладно. Тогда ее в сундучок с игрушками спрячу. Потом, как приедете, заберете. Хорошо, хорошо. Все, спокойной ночи. Целую. А как там? Случилось? Ничего не случилось. Стою у тебя под окном, жду тебя. Где? Я же неделю назад тебя предупреждала. Нам надо ехать показывать земли покупателям. Забыла? Точно. Прости. Да ты меня прости. Надо было тебя предупредить, напомнить. Со всеми этими делами у меня тоже. Понимаю. Чуть из головы не вылетело. Ну, так что едем или отменяем? В течение часа успеем? Должны успеть. Ты точно можешь? А то у тебя голос какой-то убитый. Ну, слушай. Ладно, давай, заодно развеюсь. Давай, я тебя жду. Пока. Ну, извини, что так рано. Хотел, чтобы ты до работы успела. Лишний час все равно бы не спас.
утра не могла заснуть. Да? Угу. Я тоже спать не могу. Потом подумал, надо взять все в руки и довести уже все дело до конца. Ну что там? Да я вчера вечером разместила объявление про Шурика. Угу. Пока тишина. Тишина. Очень хорошо. Иди ко мне. Иди ко мне. Как раз. Пока. Ну, брысь отсюда. Какой брысь? Иди отсюда. Гулять хочешь, да? Ну, иди отсюда. Гулять хочешь, молодец. Ой, давай, собирайся. Куда я? Я никуда не пойду. Я еще не проснулся. Я ванну должен принять, кофе выпить. А, ну ты зануда. А мы пойдем. Ты лентяй. Между прочим, свежий воздух бодрится лучше всякого кофе. Пойду один. Давай, давай. И ты тоже иди одевайся. Пойдем. Давай, давай, иди, Шурик, иди. Кстати, я очень рада, что про Шурика никто не написал. Да. Всегда мечтала о собаке. Вот хорошо. Вот идите гуляйте, свежим воздухом дышите. Наконец-то. Тут не они опоздали, это мы раньше приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Извините. Ну, прошу вас, проходите. Смотрите. Задавайте вопросы, если что-то будет интересно. Я вам все расскажу. Прошу. Спасибо. Значит так, так и мы скажем. Это первый взнос на ипотеку для дочери. Понятно? Просто, чтобы не торговаться. Мне, кстати, за один вечер еще трое звонили. Так что конкуренция обеспечена. Пожалуйста, все. Вашим услугам. Хорошо-то как. Лучше для плодовых, правда? Мне Светка обещала саженцы войлочной вишни. У вас тут местность болотистая? Нет, здесь сухая земля. Здесь идеальная земля. Здесь отличная земля, правда. У меня друзья приезжают, спрашивают, что такое плодородное? Ты чем удобряешь? А я говорю, да не сев, тут так все само. Палку воткнешь и цветет. А вот в этом углу сорняк прет. Надо срочно выкорчевывать, иначе он все заполонит. Простите меня. Извините за беспокойство. Мы не будем продавать этот участок. Я передумала. Ой, ну что теперь этот сорняк? Ну пусть он растет там, просто. Не понял, что значит передумала? Я только что поняла, что хочу построить здесь свой дом. Понимаете, хочу большой дом для своей семьи. Вы меня понимаете? Да. Понимаю. Пойдем, Соль. Здесь... Рядом дом, кажется, продается. Я объявление видела. Всего хорошего. Удачной стройки. Вы извините, спасибо, и вам так же. Ну и скажи, ведь крутая идея. Катя же от помощи отказалась. Сказала, что они сами справятся. Но все равно дом их будет. Спасибо большое, что ты меня сюда привел. Спасибо. Я просто... Мне даже сил прибавилось. Я вижу. Слушай, Тань, ну ты в следующий раз предупреждай своих безумных идей. Ну ты как-то не очень. Ты даешь. Ну что, куда тебя везти? В больницу или домой? В больницу, конечно. Ты что, сына разве не хочешь навестить? Ну, я вообще собирался, но потом вначале в магазин заехать, что-нибудь купить. Да я могу и сейчас, господи, все равно же тебя в больницу везти. Те, кто не говорил, что ты сумасшедшая! Давай быстрее! Иди в машину! Доброе утро, Татьяна Георгиевна. Здравствуй, Володя. Это со мной. А ваши документы? Мои? Ну, если паспорт забыли, можно водительское. Вас тоже касается.
А со вчерашнего дня что-то изменилось? Это распоряжение Зуева. В больницу теперь только по документам, всем без исключения. Покажи там паспорт или что там у вас. Я быстро номер запишу, и вы пойдете. Хорошо, не проблема. Я бы хотел принести свои извинения за недавний инцидент. Я был в тяжелом моральном состоянии. Документы. Держите. Да, конечно. Здрасте. Успела? На минуту опоздала. В следующий раз штраф. Это за что? За то, что выходила из больницы в рабочее время больше, чем на 15 минут. Это тоже распоряжение Зуева? Конечно. Улучшаем дисциплину. Ладно. Спасибо. Вот и наш папочка. Привет. Держи. О. Держи, не кусается он пока еще. Вспоминай. Вот так. Привет. Мальчик абсолютно здоровый. Ест за двоих, девчонки его наши кормят. Так вопрос надо решать быстро. Слышишь, с Обекой я договорилась, они подождут до понедельника, но дальше дом малютки. Слушай, я тут Зоину сестру нашел. Ну, по телефону не стал с ней говорить, думаю, лицом к лицу будет правильнее. Завтра я не поеду. Из родни у нее только сестра? Да, только сестра, но она с ней не общалась, от слова, совсем. Никак. Мать умерла давно. Я осталась одинокая, никому не нужная. Вот так она считала. Захотела, чтобы у нее был какой-нибудь близкий человек. Да? Игорь, что ты натворила? Ну что, я все решу. С парнем все будет нормально. Нормально. Да. Ты с Салой поговоришь? Ты же с Салой поговоришь? Ну, конечно, поговорю, но я же не могу решать два вопроса одновременно. Тихо. Кстати, я вас сфоткаю, что ли? Не надо, пожалуйста, ну не надо, ну не надо. На память. Нормально? Хорошо. Ну, сделай лицо посерьезнее, как у отца. Понедельника. Давай. Анатолий Ильич, доброе утро. Вы что, забыли про меня? Нет, не забыла. Не было такой возможности. Вчера произошло ЧП, вы, наверное, слышали. Да, но сегодня-то все в порядке. Вот. Это задаток. Сегодня даже лучше. Дата очень красивая для дня рождения. Вернись в палату, пожалуйста. Это что здесь происходит? Ну, вы же не захотели мне кесарево делать? Вон, я нашла другого врача. Вообще-то мы обсуждали вариант с эпидуралкой. Я не из-за боли. Вы что, не помните? Анатолий Ильич, не забывайте, что у вас обход. Извините, пожалуйста, мне кажется, что вы меня неправильно поняли. В нашем медицинском учреждении нельзя делать операции по желанию, по заказу. Есть только по показаниям врача. Ни я, ни доктор Панов. Но все верно. Я как раз и рекомендовал естественное родоразрешение. Я все поняла, Анатолий Ильич. Подождите! Это безобразие какое-то. Меня сутки тут продержали, что все зря, домой идти? Ну, я еще вчера вам это советовала. Сейчас вас выпишут. Вот ваше бы упрямство, да в мирное русло. Как вы вообще с людьми разговариваете? Я буду жаловаться, ясно? Королева из себя строит. И такие шаболды отвечают за нас и за наших детей. Татьяна Георгиевна. Да. Меня Зуев просил для следователя копии медицинской карты подготовить на девочку Филиных. Так. В общем, если бы она была тут, я бы еще раз повторила эхо КГ. При аскультации я нашла легкий систолический шум на верхушке сердца. Но ее здесь нет. Ну, нужно проверить.
Слушай, там Ксения должна была делать УЗИ на 32-й неделе. Может, там что-то понятно? Да. Хорошо бы диск с этим УЗИ показать кардиологам, если оно есть. Я узнаю. Господи, хоть бы был. Они у нас такие правильные. Должны были сделать. Соединитесь с кардиологами. Так, у этих препаратов срок годности дольше. Значит, их назад. А вот эти в первый ряд. Все препараты надо проверить и выставить четко по датам. Понятно? Хорошо, Сергей Александрович. Приду, проверю. Да, добрый день. Что происходит? Ты в сайт больницы видел? Нет, а в чем дело? Там жалоба на Скворцову, что она пьяная была на работе. В каком-то непотребном виде. Бред какой-то, этого быть не может. А там еще ссылочка на фотографию есть. Можешь посмотреть или скажешь, что это фотошоп? Девочки от меня уходят. А у меня всего лишь гребаный перелом ноги. Одна секунда и все. До и после. Как же это страшно. А сейчас как они? Да хорошо они. Ну, не то чтобы совсем, конечно, но... У жены сложный перелом. У дочки была асфиксия, но врачи говорят, что прогнозы хорошие. Лариса Антоновна, я муж... Юлии Мещеряковой, да, тот самый человек, который отправил свою семью туда, откуда вы их вытащили. Это вам. Спасибо большое. У меня вчера был первый рабочий день. Он был непростым, но я надеюсь, знаковым. Да вы что, конечно, знаковым. Вы знаете, я профессиональный пиарщик, и я бы очень хотел сделать про вас материал для сайта больницы. Заведу вам личную страницу, буду продвигать ее. Абсолютно бесплатно, в знак благодарности. Хотите? Ну, почему бы нет? Давайте попробуем. Отлично. Тогда давайте прямо сейчас и начнем. Так, девочки, не расходимся, становимся в полукруг. Лариса Антоновна, вы с нами? Подождите секундочку. Вам это нужно согласовать с моим начальством. Обратитесь, пожалуйста, к главврачу Зуеву Сергею Александровичу. Конечно. Хорошо. Спасибо. Девочки, а где главврач сидит? Там, в административном. Спасибо. Я вам потом историю еще одну расскажу. Удачи. Спасибо. Я ее сама отдала, понимаешь? Своими руками. Еще подумала, пусть забирают. Я высплюсь. Ну, хочешь, поедем домой. Тебе тут тяжело, наверное. Домой? Из роддома без ребенка. И не могу я. Мальчикам обещала, что привезу сестренку. Я ее тут буду ждать. Здравствуйте. Алексей, Татьяна Георгиевна сказала, что вы должны были диск с УЗИ принести. Этот? Да, отлично. А зачем он вам? А вы, самое главное, не волнуйтесь. Нужно кое-что проверить. До свидания. Давай лучше поешь. Я не хочу. Молоко придет. Так, девочки, сейчас сделаем кадр. Лариса Антоновна, садитесь. Садитесь, девочки, сбоку, присаживаемся. За диван заходим, за диван, вы с левой стороны, хорошо. Ваш плед, можно мне его? А вы родили? Да. Скрутите плед так, как будто ребенка на руках держите. Ну, попробуй сейчас. Так, хорошо. Лариса Антоновна у нас такая красивая, а мы тут как мыши немного. Ну что вы такое говорите, девочки? Вы прекрасны. Так, девочки, оп, смотрим на меня. Чуть-чуть плотнее. Вот так, еще, еще, еще. Да, чтобы ваши животики были видны. Расслабились, это значит тужиться наоборот. Хорошо. Вот так. Так.
А что здесь такое происходит? Татьяна Георгиевна, давайте с нами фотографироваться. В смысле фотографироваться? Все хорошо. Татьяна Георгиевна, можно на минуту? Можно? Это я разрешил. Ты разрешил фотосессию с роженицами? А что ты еще разрешил? Может быть, если трейсинг на скорых? Ты зачем аниматоров сюда пригласил? Это не аниматор, это профессиональный фотограф. Муж вчерашней ДТПшницы. Нашей больнице нужен позитивный имидж, особенно сейчас. Ты же засекретил похищение. Вот смотри, на тебя написали жалобу. С фотографией. Ужас. Я здесь выгляжу как пьяная. Как будто не в адекватном состоянии. Это какой-то бред. Это кто-то мелко сводит счеты. Да все это понимают. Да я просто торопилась на операцию. Я же пьяная не была. Нужно объяснение. Что это значит объяснение? Это значит, я буду извиняться, оправдываться. А я же ничего плохого не сделала. Было бы гораздо проще, если бы этой фотографии не было. Таня, надо просто записать пояснение. Чтобы закрыть этот вопрос, это чистая формальность. Я понимаю, что это все несправедливо, но так надо. Для больницы. Неужели вам так больно? Вам же сделали эпидуральную анальгезию. Посмотрите, пожалуйста, на схватке сердцепиение западает до 80. Но больно. Я 100 раз говорила, что не хочу сама рожать. Вытащите его из меня. Так что же больно-то? Вы прекрасно рожаете, самостоятельно вступили в роды. Просто успокойтесь, дайте мне вас оценить и все. Посмотрите открытие. Ну, прекрасное открытие, вот и головка появилась. Просто надо потужиться, и все. Так, сейчас в схватку. Набираем побольше воздуха и как следует тужимся изо всех сил. Давай! Спокойно, спокойно, спокойно. Мне больно. Тихо. Скворцов, зовите. Все, тужимся, спокойно, спокойно. Без нервов, успокойся. Татьяна Георгиевна, срочно в родзал. Не торопись, успокойся, успокойся. Все хорошо, вот головка идет, головка идет. Все есть. Дышим. Дыши глубже, успокойся. Все хорошо. Вот, вот головка. Есть головка. Вот он. Замечательно. Что тут у вас? На схватке сердцебиение урежается. Тут 2 раза потужится и все. Но она ничего не делает. Тихо. Если не будем рисковать ребенком, тащи вакуум. Да, согласен, вакуум. Давайте, не выгибайтесь только, пожалуйста. Без вашей помощи ребенок не родит. Все, тужимся. Спокойно, тужимся. Секундочку. Все, давай, тужимся. Спокойно, давай, сделай бизнес. Все есть. Схватка началась. Умница. Красавица наша, да. Красавица, да. Давай посмотрим вот эту головушку. Ой, умница. Умница, все хорошо. Ужас. Ну это точно она. Я вообще не ожидала. Да, смотри, нашу больницу.
Представляете, говорят, у них в этот день роженица умерла. Да ладно? Угу. Ну, конечно. Ну, разве можно было в таком состоянии оперировать? И ведь все на тормозах спустят. Ну, конечно. Как обычно. Запишешь? Давай. Куда встать? Сесть. Садись на диван. Готово? Давай. В связи с появлением на сайте нашей больницы жалобой, я считаю необходимым дать объяснение. Эта фотография подлинная. На этой фотографии действительно я. Мой внешний вид связан с тем, что мне пришлось сорваться на сложный случай прямо с семейного праздника в нерабочее время. Со всей ответственностью я заявляю, что я не могла явиться на работу в состоянии алкогольного опьянения. Для меня это просто неприемлемо. Я уверена, что все, кто со мной знаком, подтвердят, что я никогда не давала повода обвинить меня в непрофессионализме. Я не виновата. Я не должна оправдываться. Но, поскольку я несу ответственность за большой коллектив, я не считаю возможным пройти мимо этой ситуации. Все. Ты молодец. Просто герой. Правда. Прости. Ты ни в чем не виноват. Так надо. Я не виновата. Я не должна оправдываться, но поскольку я несу ответственность за большой коллектив... Я не могу это смотреть. Ты сам понимаешь, что это несправедливо? Ты у Ксении была? Да. Один раз. Она спала. Слушай, я понимаю, это, наверное, сложно, но вам надо как-то поговорить. Обсудить все это. Может, психолога вашего попроси помочь. Чем дольше ты будешь всего этого избегать, тем сложнее будет начать общаться. Ты что, реально думаешь, что мы будем общаться? А что нет? Это как бы моя семья, значит, и твоя в какой-то степени. Хорошо, давай мы сейчас вот просто закончим этот разговор, ладно? А то у меня такое предчувствие, что мы с тобой договоримся. В общем, ты мою мысль поняла. Да, Сергей Александрович. Да нет, новостей пока что нет. Пробивают все дела Алексея на предмет мести. Да. Да, я понимаю, но пока больше новостей нет. Работаем, работаем. Как только что-то будет, мы вам обязательно сообщим. Да, я понимаю. Хорошо. Послушайте, если это месть, так мстить может только психически нездоровый человек. Да я понимаю, но ничего исключать нельзя. Конечно. Танюш, привет. Скажи мне, пожалуйста, а чьи обследования ты мне прислала? Ребенок у вас лежит? Ну, судя по дате на диске, он уже родился, правильно? Да, да, да. А, то есть нет, он уже родился, но уже не у нас. Ну, так кладите его. А что такое? Там на 32-й неделе просмотрели дефект межжелудочковой перегородки. А насколько серьезно? Ну, это очень серьезно. Это надо оперировать. Уф. Хорошо, а если нет такой возможности? Ну, что значит нет? Надо найти. С каждым днем будет становиться все хуже и хуже. Происходит сброс крови из-за постоянного переполнения растянутой камеры огромного правого предсердия. И для ребенка все может закончиться фатально. Понятно. Принято.
А сколько у нас времени? Ну, лечение надо начинать уже сейчас. Ясно. Спасибо, Полин, будем на связи. Конечно, если что, звони. Ты спать идешь? Нет, я кашу на завтрашнее утро сварю и приду. Вот иди. Все нормально? Все, иди. Сейчас я прибегу. Добрый вечер. Простите, что поздно. Вы можете на завтрашнее утро организовать эфир? Я хочу сделать сообщение. Нет, это действительно важно. Вопрос жизни и смерти.